Но я думала, что мне длинные юбки не подойдут, потому что я короткая. У нас ничего нету, но будет офигенный стиль. Всем привет, ребята, это Кёна. Сейчас я на Чеджу острове, и знаете, каждый раз, когда вы увидите меня живую, всегда такой вопрос. Кёна, я думала, ты высокая, а ты очень маленькая. А оказывается, да, я очень маленькая, в сравнении даже с другими кореянками. У меня рост где-то 170... Шучу. У меня рост где-то 153 или 154. Вот, поэтому сегодня я хочу показать вам, как маленькая кореянка одевается обычно. Ну-ка, поехали! Ребята, это одежда, которую я привезла из Сеула, чтобы одеваться на Чеджу острове. Разные украшения, есть сережки и... Повторяю, у меня рост 153 или 4. Вот еще обуви, вот такие. У меня очень много, я человек-паук. Очень много, поэтому очень бардак. Тут тоже есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, чу. Паук. Так как у меня чемодан маленький, только это привезла. Что первое? Вот эта, которая очень длинная. На самом деле намного длиннее была, но я отрежала. Был вот такой, но у меня ноги был тут. Вот такие сережки, это моя подружка подарила. Красные леми, сережки. Так как я маленькая, никогда не думала одеваться такой комбинезон. Но Юн говорит, что такой стиль, даже маленькая, милая. Второй, немножко непонятно, как это будет выглядеть. Как я сказала, я люблю одеваться как сет. Юбка, брюки, еще вест, кофта, не знаю по-русски. Такой стиль очень модно выглядит, поэтому можете везде одеваться. Это будет платье, я это только недавно купила. Очень мягкий материал. Блестят вот так цветочки. Это тоже летний кардиган, чтобы ветер вот так прошел. И моя любимая белая сумка, это я купила в магазине у моей двойной сестры. Она дизайнер. С этим платьем будут такие сережки, цветочки, очень хорошо подойдет. Кстати, это очень многие спрашивали, где я купила. Это корейский дизайнер мне подарил. Так, поехали. Обычно для тех, у кого средний рост, тогда платье идет до сюда. 160 или 165, но у меня до сюда. Но все равно мне нравится. А еще можно вместе одеваться с кардиганом. Летом иногда бывает, что вечером холодно. Вот так, летний кардиган. Еще такие сережки. Мне очень нравится. Да, я тоже хочу, чтобы 170 сантиметров девушки мне отдали хотя бы 5 сантиметров. Если у вас есть любимая подвеска, одевайтесь. Мне иногда нравится одеваться как-то официально. Это выглядит как юбка, но это на самом деле не юбка. Просто она притворяется юбкой. Это шорты. Чао-чао! Тут тоже детали красивые. Это моя подружка подарила. Футболка и с ним буду одевать. Ладно. Обычно я одеваю кроссовки, но я не взяла, так как это на Чеджу острове. Я пыталась сделать официальный рост, но Юн говорит, что это просто девочка-девочка. Такая юбка, а на корейском это русалка-юбка. Вот смотрите, тут плотный, а потом тут. Как
Русалка. Я могу одеваться без футболки, но это немножко холодно. Еще юбка бьет вот ту сюда. Для меня нужно отрезать, поэтому я химчистки отрезала юбки. Формальный, но милый вид. Вот, очень простой. И еще, ребята, это предпоследняя длинная юбка. И чтобы пуп-пуп видно было. Вот такой круг дизайн. О, я думала просто шорты одеваться, но неожиданно мне нравится, да. Если у вас рост маленький, как я, тогда попробуйте, чтобы тут делать место. Тогда это делает форма вот так и высокий выглядит. Я очень обожаю золото. Это будет point на руке. Подвеска. Красиво, но у меня сандалии. Но я думала, что мне длинные юбки не подойдут, потому что я короткая. А еще говорят, что черный и золото очень хорошо подойдут. Еще с этим. Но только у меня есть серая сумка, поэтому вот так, так. Это вообще дает вид. У вас что-то есть, у вас чуть-чуть есть деньги. У меня два юбка, оттенок верхней части, брюки. Еще вы можете завязывать волосы. Это скорее называется желудок резинка, потому что это выглядит как желудок. Вот так. Тогда ваше лицо выглядит более маленькое. Скорее же, мы любим, когда маленькое лицо. У вас такое маленькое лицо. Это скорее большой комплимент. Вот так. Ребята, это будет последний, это мини-платье для маленьких девочек. Вот, единственное платье, которое я не отрезала. Как вы видите, это очень маленький, поэтому единственная проблема, вы не можете дышать, вы ничего не можете кушать с этим платьем. Еще это Chanel Serious, Юн мне подарил, но с этим очень красиво идет. Прическа лучше вот половина завязывать и остальные волосы то сюда. Тогда это делает вид более женственный. И блестящие сережки, которые он мне подарил. Вот последний был. Ты сейчас не могу, кушать не могу. И еще последний стиль. У нас ничего нету, но будет офигенный стиль. Вы готовы? Ладно, поехали. Ребята, как вам понравилось мое видео? Я надеюсь, что если у вас рост меньше, чем 160, мои стили были чуть-чуть полезно было. И скажите, пожалуйста, какой стиль вам больше всего понравилось? Напишите в комментариях, тогда я буду чаще одеваться в такой стиль. Всем спасибо, что посмотрели. Не забудьте ставить лайк.